Подожди. Мы сегодня завтракаем вместе с бабочками. Они что-то нашли. Во мне тоже вкусное для себя. Бабочки. Да, и вот они кушают уже несколько раз. Отлетали, прилетали. И я сейчас уже чувствую такую щекотку. Когда перышком вроде бы гладишь свое тело, вот они как будто бы своим носиком, как перышком по моему телу касаются, и вот они реально кушают, им нравится. Уже улетали и прилетали, и садились на мою вещь, на девайс для смартфона, и вот сейчас они наслаждаются нектаром моего тела. Удивительно. Вот это вот еда, которую кушаешь. Питаюсь ягодами в основном. Вчера была на растительной пище. И вот, наверное, уже сейчас организм настолько стал природным, что природа воспринимает его как цветок. Радуемся все. Я вам желаю тоже таких прекрасных ощущений. Это счастье. Ведь правда же это счастье? Это же красота нерукотворная. И это реально счастье. Такое не купишь ни за какие деньги, да? Ой, мои хорошие, то ли мне вас с собой домой брать, чтобы вы уже закончили свою трапезу. Прогонять вас не хочется, но вы уж когда насытитесь.